Директора садового товарищества «Сатал» Иннокентия Макарова ищут родственники. По сообщению, он пропал 5 ноября и до сегодняшнего момента не давал о себе знать. После пропажи следователи возбудили уголовное дело. Иннокентий Макаров, председатель садово-огороднического некоммерческого товарищества «Сатал», известный спортсмен, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу. 13 ноября текущего года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство» по факту безвестного отсутствия 42-летнего местного жителя. Сообщение о безвестном отсутствии мужчины поступило в следственные органы Следственного комитета 13 ноября от родственников. Установлено, что пропавший Иннокентий Макаров 5 ноября текущего года вышел из дома, расположенного по Намскому тракту города Якутска, и до настоящего времени не вернулся. Домой мужчина не явился, а в своем местонахождении не сообщает, связь с ним отсутствует. При этом следователи установили, что уезжать из города Якутска он не намеревался, ранее длительное время безвестно не отсутствовал. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следователи проводят неотложные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливается круг общения потерпевшего, допрашиваются родные и знакомые, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.